Тюменская многодетная семья нуждается в помощи 26 апреля. Они лишили своего крова. Дом по улице Совхозной, который они вместе строили 8 лет, сгорел за час. Пожар начался на крыше бани. Огонь быстро охватил все соседние помещения. За сутки неравнодушные люди принесли коляски, много детских вещей. Сейчас семье необходима мужская одежда 54-56 размера и женская 48-го, а также холодильник, мебель, но главные строительные материалы, чтобы восстановить новый дом. Нужна рабочая сила, в первую очередь, разгрести это все. Потому что стены, вот пожарные приезжали, они сказали, что стены, вот они все рушатся, второй этаж не выдержит. У нас семья 8 человек, поэтому места нам надо много. У нас только лопата, у нас нет никаких инструментов, у папы было все, ну все сгорело, все в гараже было. Нам нужны стройматериалы любые, мы будем всему рады. Будем строить это по новой, потому что больше на самом деле некуда идти. Помочь можно и материально. Семья потеряла все документы. Сбор ведет друг семьи. Все реквизиты можно будет найти на официальных страничках Тюменского времени в социальных сетях.